В отличие от Фараджа, Расул на свой 12-й день рождения получил в подарок золотой зуб. Отец мальчика Мамед Мамедов уверен, так сын выглядит гораздо круче. У самого Мамеда таких 32. Родители постарались. В наших краях считается, золотые зубы – признак достатка. И смотрится красиво, и зубы никогда не болят. А носить золото во рту не страшно. У всех такие же.